Эти спортсмены называют себя последователями Брюса Ли. Говорят, что именно он придумал стиль боевых искусств, как джет-кундо. Этот метод боя нашел сотни поклонников по всему миру. В Шымкенте проходит международный турнир по джет-кундо. Участников 400 спортсменов приехало с соседних государств. Из Киргизии, из Узбекистана, наши сборные Казахстана. А из России присутствуют рефери, судьи присутствуют. Обладатели нескольких данов. Этот международный турнир считается престижным. Победители получают путевку на чемпионат мира. Посмотреть выступление участников приехал основатель и президент Международной федерации джет-кундо, центр которой находится в Узбекистане. На данный момент и в мире очень сильно развивается, и, как говорится, и в нашем регионе. В Португалии будет проводить чемпионат мира. Готовим, как говорится, спортсмен на этот, как говорится, соревнования. И в дальнейшем, конечно, если будет все, как говорится, хорошо, и может чемпионат мира даже будет проводиться в Казахстане. Ежегодное соревнование посвятили участникам афганской войны. В этом году исполнилось 23 года со дня вывода войск. Посмотреть турнир пришли и сами ветераны. Очень отрадно, что такой турнир посвятили афганцам. Очень много молодежи участвует в нем. В годы войны нам тоже было по 18-20 лет. Многие из нас были спортсменами. Спасибо, что не забываете о ветеранах. По итогам международного турнира по джет-кундо победителями стали Южно-Казахстанская область. Второе место заняли бойцы Алматы. Бронза досталась Узбекистану.